Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас, дорогие друзья, 6 число, а друзья, как вы знаете, каждого 6 числа у нас бывает день стольника, день помощи хвостикам. Ага, вот кукурузинка наша скучает, она все свои игрушки затаскивает внутрь, где мягкая, ну мягкая тоже игрушка там, все тащит туда к себе внутрь. Скучно тебе? Ну ничего, терпи, до второй прививки ты у меня будешь здесь, да. Угу, угу. Уйти, зяенька, ой, зяенька, ой. Вот так, молодец, молодец, кукурузинка. Давай, надо покушать. Надо покушать, давай, выходи, хватит стесняться. Друзья, огромная благодарность вам за поддержку, что всегда поддерживаете наших хвостиков, наших кукурузинок. Большое вам спасибо за это. Уйти, моя зяенька. Хвостатые, всем доброго утра. Барханчик, ну рассказывай, как твои дела, как провел ночь. Ну, выходим, здороваемся с Барханчиком. И все потянулись, такие все проснулись. Ой ты, боже мой. Ага, Ива. Ивочка, вон и Ветка. И Ветка, конфета. Марточка, Марта. Ой, ты зайенька. Ой, а Миша, Миша, гляньте. Михалыч пошел такой весь деловой возле Ивушки, ага. Волчица. Так. Ну, Барханчик. Давай, давай. Ну, позевать надо, конечно же. Ой, ой, ты, боже мой. Ну, Линдочка. Выходи, выходи, Линдочка, подожди. Какая ты у меня шумная, а? Какая ты шумная. Давай, выходи. Я тебе сейчас пока водичку положу. Ага. Ага. Барханчик, она хоть на трех лапках, но ты за ней так просто не угонишься. Бабонька еще та. Нельзя, нельзя, говорю, нельзя там. Тут писать, вот на камушек писай, да. На камушек писай. Линда. Линдочка. Ай, ты красавица папина. Угу, поскакала. Поскакала, поскакала. А сейчас она там будет носик пудрить. Ну, пудри, пудри свой носик. А Вика целыми днями возле этой чашки, целыми днями. Бархан, барханчик, ну зайенька. Ага. Слушайте, травка зелененькая, зелененькая, как будто, слушайте, весна наступила. Гляньте. Это хорошо как бы. Даже не знаю. Посмотрите. Под голубую елю. Какая травка хорошая, зеленая. Надо же. Барханчик. Ай ты моя зяенька. Папина солнышко. Ты все пытаешься, знаешь, барханчик, потихонечку подкатить к Линдочке. Я правильно тебя понимаю? А? Бархаш. Да, 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 я все правильно понял. Такие подкаты к Линдочке, да? Ага, ну правильно, а что? Кобель. Только, увы, Линдочка, девочка стилизованная, свободная, независимая дама. Так что тебе остается только ходить за ней и писать по чуть-чуть. Ну, как-то так. Ай, Бархаша, Бархаша. О, о, извиняемся. Барханчик пудрит носик. Давайте искать Линдочку. А вот Линдочка. Красопетка. Ну что, ну? Ну что скажешь, Линдочка? А? Красавица папина. Красавица. Молодец, замечательная девочка. 100%.
похоже, забраться тоже на фундамент. Давайте издалека понаблюдаем за хвостатыми. А вон рыжуль, видите? Валерий Михайлович залезла на будку и сидит и наблюдает. Надо же такое. Видите? Линдочка пописала. Барханчик обязательно должен проверить. Ага. Ну, рыжуля, артистка, гляньте на нее. Угу. Все проверил. Мачо наш. Рыжуля, как ты классно сидишь там, рыжуль. Барханчик. Барханчик, красавчик. Угу. Гуляют, гляньте на них. Как будто друг друга не замечают, надо же. Угу. Хвост проверил, все, говорит, нормально. Давай хвостиком пошевели, барханчик. О, контакт. Ага. Ага. И в разные углы. О, персик, персик. Персик возмущается. Что, говорит, там за бардак без меня творится? Эти еще не проснулись даже. Дрыхнут. О, гляньте. На другое мачо, видите, на нашего другого мачо, рыженьки, оккупировал, значит, Валер Борзых, взяла в заложники, значит, это твой гарем, понимаем, Михалыч, понимаем, все, кто там, твои, а все остальные, значит, бархана, поделитесь, значит, как-нибудь. Ага. Ой, артист, ага. А рыжуля тусуется у нас с Викой. Рыжуля и Вика — это отдельная команда, значит. Вот так. И эти вот. Красопетка. Красавица Линдочка. Попина девочка. Ну, где мой лев? Ой, мой лев пошел. Попозже сходим на прогулочку, да? Пока я домашние дела закончу, попозже сходим на прогулочку, и все будет хорошо, мой друг. Да, я тоже так думаю. Молодец. Так, ребят, я буду заниматься сейчас домашними делами. Вам всем большое спасибо. И, конечно же, не забываем, друзья, ставить лайки и подписываться. Ну и поддерживать наших хвостиков. Ага. Так, давай, вы побегайте, я позанимаюсь домашними делами.